Вот тут они такие гады, у них стреляют вот этими лазерами. Все, выкинули меня, убили. Ладно, я сейчас попробую, может быть, можно будет еще раз сыграть. Либо они уже на другую карту меня... Да, Дуда, плей. Всем привет, ребята! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру «Наши танки». Hills of Steel называется игра по-английски. Но, а так... Проще говорить по-русски «наши танки». Наши танки против вот таких вот фашистов. Это мы сейчас играем на Луне. На Луне они тоже сделали свою базу вражескую. И мы приехали их уничтожать. Ох ты, ё-моё. Смотри, что творит, а. Гад. У нас маленький танк, но он удаленький. Но здесь очень такие мощные противники. Все, уничтожили. Хорошо. Ну, меня подбили прям конкретно. Надо посмотреть. Какой у нас будет босс? Ну, босс тут мощный. Конечно. Ой-ой-ой-ой-ой. На, подожди. Фига меня разносит. Да, долго. Долго мне пришлось его уничтожать. Так, а ну-ка, мимо. Так, а ну-ка, еще один удар. Есть, еще последний. Хорошо. Так, вот, вот тут они такие гады, у них стреляют вот этими лазерами, все, выкинули меня, убили. Ладно, я сейчас попробую, может быть, можно будет еще раз сыграть. Либо они уже на другую карту меня отправят. Сейчас посмотрим. А, нет, Луна. Давайте поменяем, значит, танк. Возьмем вот этот большой. С большим танком, я думаю, будет легче. Да, пока мы не пройдем, получается, и нас в другое место не отправят. Поэтому мы будем сейчас уничтожать вот этих вот злодеев. Да ё-моё, смотри, попасть не могу в тебя, малыша. Давай вот это. Вот, ух ты, какие они мощные-то, а? Есть. Подбили двоих, троих даже уже. И едем дальше. Так, ну, меня немножко ранили, как бы, ладно. Я думаю, ничего страшного. Так, тихо, раз. Ну, у них выстрелов много они делают из лазера. Пью. Ё-моё. Давай. Есть. Уже почти что 400 монет. Нормально. При том, что я еще монеты трачу. На всякие улучшения. Пиу. Ах ты гад. Подожди, один удар мне всего лишь тебе. На. Все, готов. Так, ну у нас тут еще куча танков едет. Есть. Так, просто так они монетки свои не дадут. Куча танков сразу прилетает. Есть, один удар мне сделал. Опа. Так, смотри, вот у нас босс. Босс с лазерной установкой. Ё-моё. Давай. Есть. Немножечко подбили его. Все, начинает стрелять, смотри, а. Так, все, уничтожили. С двух ударов. Нормально. Вот такой вот босс. Так, нам дали звезду новую. Давайте откроем все-таки сундучок, посмотрим, что в сундучке. Так, уровень титана подняли, прикинь. Ага. Так, ладно. Вот, давайте титана улучшим. Ой, хорошо. Так, будем улучшать. Так, а ну что у нас тут? Еще пока эти не открылись, да, танки? Ладно, скоро-скоро мы их откроем, ребята. Сколько много различных танков. Ладно, пока будем ехать на титане. Титан очень таки мощный, крутой танк. Нам нужно будет каждый день играть. И как бы и деньги надо зарабатывать, но в основном лучше, конечно, открывать сундуки. Потому что в сундуках у нас может новый появиться какой-нибудь танк. А это, ребята, дорогого стоит. Танк, просто так ты его не купишь. Очень нужно много денег. Ну, мы потихонечку их зарабатываем, конечно. Так, а ну-ка, иди нафиг. О, видишь, я его проехал просто-напросто. У меня танк улучшенный, он
легко проезжает их. Так, ну попасть в них все равно тяжело. Сейчас мы сюда сейчас отъедем. Давай, давай, спускайся вниз. На, получай еще один удар. Есть. Уничтожили танк и едем дальше. Где-то здесь еще должно быть. Танки. Так, монеты вижу. А, вот и танк едет. Раз, один, готов. Так, идут. Тут никого нету, смотри. А, нет, едет. Едет, едет, едет. Давай, он сейчас будет сюда вниз спускаться, а мы его сейчас будем здесь ждать. Вот в таком месте хорошо встанем. На, ух ты, еще живой? Все, отдыхай. Угу. Скоро будет босс. Вот я жду босса, ребята. Так. Ё-моё, давай его проедем нафиг. О. Тихо, тихо, тихо. Давай ей туда уже. Куда ты там ехал? Так, а ну-ка. Давай. Еще один тебе выстрел и все. А он меня, смотри, стреляет. Все-таки у меня этот, я смотрю, у меня здоровье уменьшается. Я думал, что они это сам не попадают. Далеко слишком, нет. Так, еще один танк. Нам нужно еще один танк уничтожить. Как минимум. Вот этого сейчас. О! На! Да, еще остался живой он. Все. Сейчас будет у нас босс. Вот, вот и босс едет. Легион. Так, ладно, сейчас подождем. Есть, хорошо, попадание. Ой, хорошо. Так, этот уже начал стрелять. Все, босс повержен, ребята. И мне за это дадут звезду. Хорошо. Да, но только одна звезда, это очень плохо. Ну, мало. Так, давайте еще раз поиграем в зимнюю войну. Мне нужно, короче, накопить. Теперь было 500, сейчас надо будет 3000 монет копить. Офигеть, 3000 монет, это очень-очень-очень много. Чтобы накопить 3000 монет, я не знаю. Наверное, надо месяц играть. Угу. Ну, кстати, каждый день я буду заходить в игрушку. И мне будут давать кристаллы. Кристальчики. И мы на кристаллы с вами, ребята, купим новый танк. Сейчас подождем, это сейчас подъедет у нас чувак. Наверное. Да, подъезжает. Готов. Так, вон еще один. Давай, давай сейчас он тоже подъедет сейчас сюда. Так, едет, нет? Давай сейчас так вот, типа, назад сделаем. И вперед. Нет, он стоит, он заехать не может, представляешь? Какое скотство-то, а? А я его там жду, а он заехать не может. Ладно, едем дальше. О, как давно я тебя не видел, чувак. Еще один. Есть, отдыхает. Хорошо. Да, мне нравится в этой игре, на этой карте, потому что сразу дают две монеты. За один подбитый танк. Вместо одной. Так, вот он едет. Кнут. Сейчас мы его... О, слишком он близко подъехал, ребята. Но он слабый какой-то, босс. С двух ударов он был уничтожен. Либо очень у меня бронебойная... Бронебойные снаряды у меня. Тихо, 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 тихо. Вот сейчас пойдут всякие вот эти вот танки, которые будут бешеные. Их очень будет много. Видишь? Три танка. Обычно столько... Обычно два танка. Так, этого надо как-то щелкнуть. Есть. Вот с одного. Ой-о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 й. Тихо, 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 тихо. Есть, уничтожили. Так, еще куча танков, смотри, набежала. Так, это перевернулся, взорвался, смотри. Во. Это эти поменьше, они не так страшны. Как вот эти большие. Во, смотри, видишь, летят. Нифига, давай, 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 давай. Подожди, я залез на танк. Тихо. Надо будет мне как-то
Ой, хорошо. Теперь вот этого сумасшедшего надо как-то уничтожить. Ой, мимо. Тихо, тихо, тихо. Ё-моё, он меня обстреливает, и все, смотри. Вот, перевернулся, молодец. Едем дальше. Ох, нифига, тут смотри, денег сколько. Так, сейчас быстренько этих уничтожим. Есть, готов. Готов, вот этого сейчас еще. Все, и забираем монеты. Ой, летят, смотри, нифига, ты чего такой бешеный-то, а? О, давай, 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 давай. Все, монеты я забрал. Так, давайте назад отъедем немножко. Есть. Тихо, 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 тихо. Ты слишком активно стреляешь меня. Подожди. Есть. Малыш, есть. И сейчас вот этого большого сейчас подзорву. Подожди немножко. О, да ты такой еще. О, все, взорвался. Молодец, спасибо. Дальше едем. Так, вот это вот маленький вот стреляющий. Надо его как-то вот... Есть. Готов. И вот этого сейчас еще. Так, этот чувак... Ой, молодец, спасибо. Мне денежки нужны. Смотри, нормально. Они сами себя уничтожают. Ой, хорошо. Босс, смотри. Ох, нифига. Удар грома. Не ожидал я такого танка увидеть. Ух ты, есть попадание. Еще одно. На, есть. Уничтожили. Уровень пройден, ребята. Так, уровень пройден. Так, подлечились немножко. Отправляемся дальше. Такой вот у нас танк. Хороший. О, монетки. Монетки, мне нужно монетки. Так, ну и сейчас я вас быстро уничтожу. Все. Так, есть. О, не хватило мне одного удара. Смотри, как мы встали, интересно, да? Кто кого, кто там взорвется? Подожди, ну это должен же взрываться, да, танк, по идее? Так, те перевернулись. Интересно. О, смотри, как они хорошо попереворачивались. Тихо, тихо, не стреляйте в меня. Нет, 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 отъезжаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас отъедем и... Ой, мимо, к сожалению. Сейчас попробуем. На, получай. Так, ох ты, подзорвали меня, слушай. Ой, бывает, бывает, подзорвали. Ну что ж, дорогие друзья, вот такая вот у нас история. Заработали мы 413 монет, это очень хорошо, раскрутили новые танки, так что я завтра буду заходить, возьму алмазики, и мы попробуем какой-нибудь открыть новенький танк. Вот, а, не смотри, ну чтобы такой танк открыть, нужно 180. Такая это сколько? Это тоже 180, ну это прикольно, я такой купил бы. 360 это вообще дорогой. Да, тут пошли вообще дорогие танки. Тут вообще 570. Это 720, нифига себе. И этот 720. Ну, это прикольный арахнит. Но мы их откроем обязательно. Так что подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии. Всем пока-пока, до новых встреч.